президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонились по случаю праздника Ид аль-Фитр, Ураза Байрам. Главы двух государств в дружеской атмосфере обменялись теплыми поздравлениями с пожеланиями благополучия, мира и процветания в адрес таджикского и узбекского народов. Эмомали Рахмон и Мирзиёев также обсудили развитие сотрудничества между двумя республиками. Президенты договорились наращивать темпы взаимодействия между странами. Также в сообщении пресс-службы президента Таджикистана анонсирована скорая встреча властей двух стран на высшем уровне. Ранее поздравлениями с праздником Эмомали Рахмон обменялся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Отметим, священный месяц Рамазан закончился, и мусульмане по всему миру отмечают праздник Ураза Байрам, Иди Рамазан, Ид аль-Фитр. В этот нерабочий день двери домов жителей страны открыты для всех без исключения гостей, а шумные большие компании уже с утра начинают ходить к друзьям и знакомым. В ряде стран из-за пандемии коронавируса шумные празднества и коллективные молитвы в мечетях отменены, а муфтии советуют отмечать Иди Рамазан в семейном кругу.